Более 80 мероприятий запланировано на территории Одинцовского округа в рамках проведения масленичных гуляний. Стартовали они еще 20 февраля, а в воскресенье 26-го пройдут проводы зимы. Будут представлены все активности. И на данном слайде представлен план в целом организационно-массовых мероприятий учреждений культуры, которые проходят уже всю эту масленичную неделю. Концертные программы, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения подготовили во всех теруправлениях, в том числе в Звенигороде, Одинцове, Кубинке и Голицыне. Гуляния и масленичные ярмарки организуют в парках Раздолье, Малевича, Захарова, а в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут и спортивные соревнования. Одной из основных площадок будет центральная площадь. На слайде представлен план-схема расстановки активностей. Это, значит, будут и шатры, и ярмарка, и мастер-классы, и фудтраки, и фотозоны. По предварительным подсчетам, масленичные гуляния в округе посетят около 40 тысяч человек. Очень важно, чтобы помимо разнообразной программы и парки были готовы к такому большому количеству гостей. Я говорю и про парковки, и про охрану, безопасность, про работающие туалеты, про все, что будет, и про общепит, про все, что будет необходимо для качественного, полноценного отдыха жителей. С подробной афишей проведения мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Одинцовского округа. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».